Красный Крест в Молдове приступил к раздаче продуктовых пакетов для нуждающихся. Помогают в этом соцработники. В комплекте крупы, масло, консервы, сахар, печенье – все, что поможет продержаться хотя бы несколько недель. Люди, которые порой экономят и на хлебе, говорят, что это ощутимая поддержка в период роста цен для них, как лучик света. Я не знаю, что вам и говорить по этому поводу, но то, что это необходимо, это точно. Потому что мы малоимущие, будем говорить так. И это нам большая помощь. Ой, посмотрите, это же красота. Все такое дорогое. Нам это надолго хватит? Вы что? В списке получателей включили лиц, состоящих на учете в центрах семейной поддержки. Все это люди с крайне скромными доходами. Эти персоны фуст селектате допанумите критерии. Ща нуме батрин солитарь, фамилии кумульц копий, персоны кулизабилитет, фамилии монопарентали, кари дин кауза ситуации и дификултате, кари са упоменит, лиесте дифичил фара ажуторул куйва. Директор Центра социальной поддержки сектора «Ботаника» говорит, что такого рода помощь стараются оказывать перед каждым большим праздником. Avem o colaborare foarte frumoasă. Crucea Roșie oferă astfel de ajutoare, mai ales la sărbătorile care sunt pe parcursul anului, Pascale, de anul nou, de Crăciun. Acum suntem în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, care se marchează pe data de 3 декабря. Обеспечение малоимущих продуктовыми пакетами взял на себя норвежский филиал Красного Креста, который помогает реализовать в Молдове несколько программ. Донация de la Crucea Roșie din Norvegia face parte din cadrul parteneriatului de înfrățire cu Crucea Roșie pe care noi o avem cu ei în cadrul programelor noastre și pe lângă donația respectivă noi avem diverse activități care le efectuăm la nivel de raion, dar și la nivel de țară pentru voluntarii noștri, dar și pentru populație, precum ar fi primul ajutor, reacția la dezastre, promovarea modului sănătos de viață. Всего социальные пакеты питания получат 1600 семей из социально уязвимых слоев населения.